Здравствуйте, Гаврик Варсений, 11 лет, город Москва. В студии, ну, у нас самые обычные занятия, там речь, потом вокал. Это не то, что там грузчиком работать, это сила нужна, а вот в актёре это надо настраиваться, надо много чего уметь, сыграть роль, не посмеяться ха-ха-ха, а уметь правильно смеяться, не плакать, как бы зажать лицо и плакать. Это надо уметь всему учиться. Помню фильм, могу его описать, где мальчик был барабанщиком. Он очень хотел стать известным барабанщиком. Он всю жизнь трудился. Он так трудился, что у него все руки были в мозоли. Он до крови это делал, но он все равно хотел стать. Он попал в аварию, но он встал, побежал, и все равно он попал в этот в группу достаточно известную. Он выступал. У него был тренер, который его этому учил. Он говорил, что никогда нельзя сдаваться. Если ты идешь за целью, значит, ты идешь.